Всем шеф-шеф, с вами Олег Шеф. И сегодня 31 декабря. Да, очень значимое событие, скоро будет Новый год. И я бы хотел посмотреть самые просматриваемые видео на нашем канале. Кстати, я вам желаю хорошего настроения, хороших подарков, хорошего здоровья в следующем году. А сейчас у меня через 6 часов будет Новый год. Давайте приступать. Ну, и первое самое просматриваемое видео, это «Попробуй найти все». Конечно, не знаю, правильно ли я сейчас название назвал, но не суть. На нем набралось что-то в районе 264-266 просмотров. Огромное вам спасибо за эту цифру. Первые мои 200 просмотров вообще за всю жизнь. Я впервые на YouTube. Ну, давайте переходить к следующему видео. Второе у нас по просмотрам видео, это, конечно же, как сделать бумажный самолетик из бумаги. Что я сейчас сказала? Ну, не суть. На нем набралось 60 с чем-то просмотров. Да, тоже достаточно много. И я этому очень рад. Ну и не будем тянуть как-нибудь. И третий лидер по просмотрам у нас. Это, конечно же, выживание в лесу. На нем набралось тоже 60 с чем-то просмотров. И, если честно, у меня выдались очень большие проблемы со съемкой этого видео. Его было достаточно сложно снять. Всего у меня 2 попытки вышло. Это считать, если я весь материал отснял, смонтировал его, но случайно удалил. И я вот так вот переделывал. Конечно, думал забросить это видео, но как-то не забросил. Ну, и сейчас давайте подведем итоги этого года. В принципе, вот такой небольшой видеоролик у нас получился. Конечно, спасибо вам за все. И увидимся уже в 2023 году. Всем пока!